Все команды Севастопольской спортивной школы номер 3 завоевали медали Лиги Содружества. Напомним, это турнир, в котором соревнуются коллективы из Крыма и новых регионов. Ранее мы рассказывали об успехах севастопольских футболистов в возрастных категориях до 15 и до 17 лет. Результат последних – второе место – повторила команда, состоящая из ребят 2011 года рождения. Групповой турнир они прошли довольно легко, выиграв в 4 матчах и один раз сыграв в ничью. Состав участников, на наш взгляд, неоднородный. Вот. Но мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее продолжение таких соревнований. Вот. С удовольствием встречаемся с ребятами с новых регионов. Видим, что у них движение началось, это самое главное. Вот. Ну, задач у нас как таковых огромных нет. Главное участие, ну, естественно, показать добротность. В полуфинале севастопольцы обыграли сверстников из Симферополя со счетом 3-2. Увы, в решающем матче наши парни уступили «Металлургу» Алчевск, который и стал победителем тестового турнира Ю-13. По завершении соревнований состоялась церемония вручения медалей и персональных наград. Лучшим нападающим признан воспитанник спортивной школы номер 3 Эльдар Ананевский. Все участники турнира получили новогодние подарки от детско-юношеской футбольной лиги Севастополя, представители которой ранее регулярно выезжали в Донбасс, чтобы поздравить местных ребят с рождественскими праздниками. В этот раз удалось их собрать вместе в Крыму. На прошедшем турнире из 12 команд 10 представляли новые регионы. Вот на эти призы собирали деньги, родители, идеи. Наши севастопольские футболисты, они собирали деньги. И мужчины хотели сделать вам подарок.